Смотрите, эмоции можно выпускать танцами, можно слезами, можно еще смехом. Можно бить подушку, можно бить грушу, но мы же целыми хотим отсюда уйти, поэтому мы друг друга бить не будем. Мы сейчас чуть подождем, когда все вернутся. Смотри, ты когда кричишь, если это управляемое, то это в принципе просто эмоции, ну, которые ты можешь выпустить. Когда эмоции идут неконтролируемо, это истерика. И вот почему вот есть у кого панические атаки, кто-нибудь сталкивался когда-нибудь? Ага. Знаете, откуда возникают? Это ты начинаешь бояться, и потом ты делаешь так. И успокаиваешься. Один раз ты страх зажал, второй раз зажал. И потом твой страх проявляется неадекватно всегда. То есть все хорошо, и тебя вдруг начинает вот так трясти, просто ты боишься умереть. У меня случай был, как-то парень пришел, он говорит, вообще интересно такое. Я говорю, ты что пришел? Вот такой. Мастер спорта, борец, он, ну вот этот, тут такой. Я говорю, что пришел? Он говорит, я боюсь умереть. Я говорю, чего? От инфаркта. Я говорю, тебе кардиолог сказал, что у тебя что там, порог сердца или что? Нет, я здоровый полностью, но я боюсь умереть. И он приехал из другого города на машине, и с собой, с ним рядом сидел реаниматолог. Он его заплатил, посадил рядом, и, короче, вот они ехали вот так втроем. Водитель, он и, короче, врач. Он же большой же. И я с ним, когда начал работать, ну, вот примерно начал вот это все продавливать, как этот... И в какой-то момент я сзади подошел, начал ему вот это давить. Знаете, что он сделал? Он меня вот так взял и со мной по офису вот так ходил. И говорит, Игорь Валерьевич, пожалуйста, отпустите. Я думал, сейчас он меня убьет, да? И я вот висю на нем, ну, сижу на нем. И я не понимал, что делать вообще с ним. Потому что если отпустить рано, ну, как бы у него останется обида и неприятный осадок, и можно вообще, ну, получить по морде. Вообще опасно работать с мужчинами, когда они не согласны. И они должны как бы свое согласие на какие-то моменты дать. Да? Но когда уже процесс начинается, если он начинает, ну, как бы закусываться и быковать, то лучше его отпустить. А тут я слезть с него не могу. Да, я на нем оказался. И отпустить тоже пока нежелательно. В общем, мы додавили ему вот эти вещи все. И... Значит, ожидание, да? Очень хороший. Где-то включился, да, этот запись. Вот. И я думал, у меня уже раздвоение. Вот. И знаете, что самое интересное, у него прошло после этого. То есть мы додавили, и он перестал бояться умереть. И он приходит ко мне, наверное, раз в полгода. И говорит просто спасибо. Он узнает, когда мастер-класс приходит, говорит, спасибо большое, и уходит. То есть у него это было на самом деле очень огромная проблема, потому что он не мог нормально жить. Он говорит, я приходил на работу и просто закрывался в кабинете, чтобы никто не заходил. И на самом деле, пока ты не испытаешь панические атаки, ты не поймешь, что это такое. Стороннему наблюдателю, когда он смотрит, ему кажется, что, ну, гонит он. Ну, что ты, бля, ничего же тебе не угрожает, какой инфаркт. Да, там, выпей таблетку, что ты, иди успокойся. Но на самом деле это, ну, это прям страшно. Вот те, кто это испытывал, это прям страшно. Там вот состояние смерти прям как будто. И самое главное, что когда эмоции вот эти выходят, ты должен немножко перешагнуть за страх смерти. Ты должен уйти немножко за грань. И когда ты уйдешь за грань, вот эта эмоция вышла. Угу. Поэтому, когда сегодня будут прощения, да, когда твоя задача, почему вы по десяткам поделились, ваша задача, чтобы каждый человек проработался до конца.